Всем привет! Я снова гуляю по все тому же красивейшему побережью в городе Шанклин. И вот посмотрите за забором, какой виднеется шикарный у нас отель. Беседку вы видите немножко, и вы видите вот такой вот дом огромный. И вообще, вы знаете, этот отель, он заслуживает внимания более других, которые я вам показывала. Ну, вот она, эта беседка, во-первых, живописная красавица. Во-вторых, я покажу вам также внутри номера и немножко расскажу об этом отеле. Но самое главное, что этот пятизвездочный отель, он один из самых дорогих вообще на нашем острове. И цены здесь за номер двухместный в сутки составляют примерно от 300 до 500 фунтов в сутки. Вот видите, здесь даже есть, опять же, вертолетная площадка, но давайте обо всем по порядку. Нашла я центральный вход в этот отель. Вот так прекрасно он смотрится. Это с дрона, если снимать, вид общий на этот отель. Вот я шла там сбоку, как раз показывала вам, за забором. И теперь давайте посмотрим непосредственно сам центральный вход. Очень красивый. Здесь такая кованая огромная решетка, открывающиеся автоматически вот эти вот две створки ворот и две калиточки. Все закрыто. Здесь, естественно, private территория только для тех, кто приобретает номера в отеле. Вы знаете, мне немного повезло. Я, помимо того, что здесь вам снимаю, когда это все закрыто, вот видите, территорию этого отеля, но также как раз подошли там люди, которые снимают здесь номер, целая семья, и я зашла вместе с ними на территорию этого отеля. Я прошла быстренько, когда открылись ворота, за этой семьей. Это муж, жена, сын их и еще какой-то друг. Я почему говорю? Потому что я с ними тут немножко остановилась и разговорилась, конечно же. Но вы знаете, когда я стала спрашивать, а сколько стоит здесь номер, они вообще не ответили мне, просто категорически сказали, что это очень конфиденциальная информация, и они ее мне рассказывать не будут. Вот вы знаете, что меня, конечно же, очень удивило, потому что впервые я такое встретила, сказать по правде. Обычно англичане всегда рассказывают прекрасно, какие проблемы можно найти на сайте этот отель и посмотреть цены. Что я, в общем-то, и сделала. В интернете сейчас можно любую информацию найти, поэтому я нашла и официальный сайт этого отеля, и очень много на Фейсбуке информации. Так вот, уточняю, что стоимость там от 420 до 460 фунтов за ночь. Итак, друзья, давайте я все-таки вам поподробнее расскажу об этом отеле и покажу все внутри, то, что смогла найти. Кто-то, может быть, скажет, что такой дорогой отель, зачем нам нужно слушать про него, никогда мы в нем жить не будем. Ну так и тем более интересно, как это все здесь происходит и как выглядит такой дорогущий отель вот именно по английским стандартам. Ну и потом мне хочется все-таки более интересно предоставлять вам информацию о любом каком-то вопросе, который я освещаю. Итак, этот отель был построен изначально в 1908 году, и он был просто эдвардианский загородный дом, который принадлежал какой-то семье успешных фермеров. В 2050 году первоначальное здание с пятью спальнями было преобразовано в отель,
с 16 спальнями. И только в 2013 году отель приобрел вот такой вид, который он имеет сейчас. И я нашла фотографию хозяев этого отеля. Это пара, муж и жена Дэвид и Ариэль Баррат. Они жили долгое время в Штатах, изначально были богатыми и успешными. Вот опять же хочу обратить ваше внимание на эту фотографию. Совершенно обычная пара. Никогда не скажешь, что эти люди достаточно богаты, потому что у отца Дэвида была строительная фирма, очень успешная, и долгое время они занимались там в Америке строительством и преуспевали в этом. А вот Ариэль, она занималась искусством, училась в Йельском университете, и на пенсию они захотели что-то для себя найти такое грандиозное и вернуться на родину свою, потому что они британцы. И вот когда они увидели вот этот вот дом здесь на побережье океана, это была любовь с первого взгляда. С того самого момента, как они увидели этот Haven Hall отель, они были полны решимости превратить его в нечто волшебное и сделать какой-то свой собственный пенсионный проект, как они говорят, потому что они вышли на пенсию и стали заниматься именно преобразованием этого отеля. Тихо, не торопясь, 4 года пара круглосуточно работала над ремонтом, который стоил несколько миллионов фунтов. Они были по уши в грязи. Дэвид управлял командой из 55 человек, а вот Ариэль закупала всю антикварную мебель на местных аукционах, терпеливо и с любовью, вручную, подбирая метр за метром каждой комнате дизайн. Были, конечно же, сделаны все современные удобства, которые зажиточные люди ожидали увидеть в этом отеле, такие как полы с подогревом для холодной британской зимы, а также кондиционеры, осушители для влажного лета, ну и бассейн, само собой. Вот еще интересно хочу вам показать вот эти вот малюсенькие, на мой взгляд, ничем не примечательные номера. Вот этот номер называется номер Виктории и Альберта. Это королева Виктория, как вы понимаете, с ее мужем. И вот специально Ариэль сделала похожие вот такие вот маленькие будуарчики. И вот именно вот эти малюсенькие комнаты под самым потолком. Вы видите, у них даже и неровный потолок, и он довольно низкий. Но вот все это изысканно, и люди готовы платить 450 фунтов за ночь, чтобы жить в этом отеле. Друзья, еще раз хочу подчеркнуть, что это англичане, они очень консервативны, они не любят огромных пространств, и вот все вот обычное, сейчас это ценится все больше и больше. И еще хочу вам показать, вот самые обычные люди, вот эти гости отеля, посмотрите повнимательнее на этих людей, разве можно сказать, что это очень богатые британцы? Я подчеркиваю, что не все могут позволить себе в этот отель поселиться, жить здесь какое-то время, платить такие огромные деньги. Ну и еще к тому же, как я уже говорила вам, что они сюда прилетают почти все на своих собственных или на каких-то частных вертолетиках. Здесь вот есть площадка вертолетная. То есть жизнь эта настолько далека от того, что мы привыкли представлять себе, как живут
богатые, как они выглядят, какие у них дворцы, особняки. А здесь как-то просто странно все это. Вот, например, для меня это очень странно. И вот обратите внимание еще раз, посмотрите на тех людей, которых я вам показала в самом начале, с которыми я зашла на территорию этого отеля. Разве можно сказать по этим людям, что они, в общем-то, очень богаты? Вполне себе такие все миллионеры, фунтовые миллионеры. Вот такие обычные люди. И вы знаете, еще хочу напомнить вам, друзья, ну или, может быть, показать для тех, кто еще не видел. Я показывала Horror Hotel. Тоже он находится вот на этой же набережной в Шанклине. Помните с граффити на стенах? Ну, сейчас наверху вам всплывет видео об этом отеле. Я показывала внутри с черепами и такой специфический тоже у него дизайн. Так вот, многим не понравилось, что вообще там, как можно жить и все прочее. Вы знаете, хочу также сказать, что этот отель четырехзвездочный хоррор, он входит точно так же в один из самых дорогих здесь на побережье, на острове Уайт, и там точно так же цены от 370 фунтов за ночь варьируются, бывает, что и 1000. Я помню, что когда мне сказал хозяин этого отеля, что 1000 фунтов, я не поверила, но это оказалось действительно так. И точно так же все номера в том отеле забукированы на месяцы вперед. Сегодня, друзья, я вам рассказала об одном из грандиознейших отелей именно здесь, на этом побережье, в городе Шанклин, в котором мы с вами очень часто ходим, гуляем и смотрим вокруг. Если вам понравилось, пожалуйста, пишите ваши отзывы, пишите, что бы вы еще хотели увидеть. Я с удовольствием постараюсь показать вам это и рассказать. А на этом, друзья, сегодня моя небольшая прогулочка с вами здесь заканчивается. Я желаю вам всего хорошего. Пожалуйста, берегите себя, будьте здоровы, всего вам доброго. Пока-пока.